Сижу я в машине в предновогодние пробки. Москва стоит, стоямбы повсюду. А сегодня, тем не менее, католическое Рождество. Католическое, что значит кафолическое, что значит Вселенская Церковь, сегодня празднует рождение Спасителя. Говорят, мне об этом сказали знающие люди, есть очень серьезные астрономические, а значит математические причины для того, чтобы Рождество праздновать именно сегодня. Дело в том, что конец декабря является самым темным временем в году. И сегодня один из самых темных дней года, самых коротких. В связи с чем, если иметь в виду, что Бог есть свет и Христос есть рождение нового света, то эта философия, которая пришла в религию, происходит у нас в природе. И наоборот. Соответственно, те, кто празднует сегодня, я вас поздравляю и очень хочу спеть один рождественский хорал, который я когда-то услышала от певицы Мэри Хопкин. Называется он Cherry Tree Carol. Хорал вишневого дерева. И там очень интересные слова, запавшие мне в душу очень давно. И я сейчас воспою по-английски, а потом переведу вам, что это значит. Mary and Joseph were walking one day in a garden of cherries. They happened to stray in a garden of cherries. They happened to stray. Mary spoke to Joseph, so weak, meek, and so mild. Go and gather me some cherries, 'cause I am with child. Go and gather me some cherries, 'cause I am with child. But Joseph flew in anger, and anger flew he. Let the father of your baby gather cherries for thee. Let the father of your baby gather cherries for thee. Jesus, he spoke down from his mother's words, saying, bow down, cherry tree. For my mother may have some, saying, bow down, cherry tree. For my mother may have some. The cherry tree bowed down, bowed low to the ground, and mother gathered cherries while Joseph stood around, and mother Mary gathered cherries while Joseph stood around, and Joseph took Mary along his right knee, said, tell me, pretty baby, what your joke with your birthday shall be. Saying, tell me, pretty baby, when your birthday shall be. The next 6 day of January, my birthday will be, when the elements shall tremble and the stars will shine, dance with glee. And when the elements shall tremble and the stars will dance with glee. Святая Дева Мария и Иосиф как-то шли. И дошли они до вишневого сада. Там стояло вишневое дерево, на котором росли вишни. И Мария сказала: ой, Иосиф, ты можешь наклонить мне дерево для того, чтобы я могла достать вишневые, ну, эти ягоды? И он сказал: потому что я беременна, и мне трудно. И он сказал: так пусть отец своего ребенка достанет тебе вишни.
дерево-дерево, наклонись, пожалуйста, пусть моя мама сможет достать вишню. И дерево наклонилось. И тогда Иосиф, увидев это чудо, сказал: «Эй, ребенок, ты когда родишься?» И Иисус, Спаситель, сказал: «Я появлюсь на свет 6 января, когда звезды будут танцевать, и весь мир застынет в благословенном ожидании этого момента». Всех с Рождеством!